Для многих именно в декабре запускается обратный отсчет дней. Сколько осталось до наступления Нового года, важно знать, чтобы успеть доделать все дела, отгулять корпоративы и купить подарки. И делать мы это будем при любой погоде. Но все-таки прогноз не помешает. В эту пятницу, 7 декабря, погода в Магнитогорске и его окрестностях ожидается стабильной и не холодной. Ночью минус 11 мороза, утром пасмурно и чуть теплее, минус 10. Ближе к полудню без изменений, минус 11, минус 10, а к вечеру похолодает до минус 15, но без осадков. Белорецке солнечно и не морознее, минус 13 градусов ночью. Днем минус 10 и будет без осадков. И сегодня вместе с рубрикой «Погода от народа» мы отправляемся на Сейшельские острова. В Сибае минус 13 градусов утром, а днем до минус 11 и облачно. В Челябинске минус 14 градусов ночью, днем здесь будет минус 10, временами даже солнечно и тоже без осадков. На этом у меня все. Я желаю вам отличного настроения и бодрого духа на все выходные. Увидимся в понедельник.